Красивые лица и слезы радости на глазах. Этот праздник для них как благодарность за труды. В каждом номере концертной программы история первопроходцев. От безмолвной белоснежной ледяной пустыни, первой скважины, первой баржи на Большую Землю и до наших дней. Все как и 60 лет назад. Мы на берегу реки Меги, ну а в качестве сцены баржа. Концерт в честь отправки первой тонны нефти на Омский нефтеперерабатывающий завод. В зрительном зале те, кто стоял у истоков освоения этих земель, ну и, конечно, их дети и внуки, которые продолжают династию. Ветераны, заслуженные работники отрасли и почетные жители Мегиона. Много лет назад они, не жалея себя, не испугавшись суровых сибирских морозов, приехали в Югру добывать черное золото. За 60 лет пройдено много, это очень длинный путь, это огромный путь, но на самом деле наши первопроходцы, наши ветераны, они не только шли по этому пути, они создавали город, они создавали нефтепромыслы, они создавали новые компании, много нефтесервисных компаний родилось здесь в Мегионе. По всей России много нефтяников, которые так или иначе начинали свою карьеру в Мегионе и у которых судьба связана с городом Мегионом. Каждый почетный сотрудник организации рассказывает свою историю жизни в Мегионе. Нина и Николай Бородины более 50 лет вместе. Глава семьи работал машинистом технологических насосов «Мегионнефтегази». Его супруга – лаборантом химанализа. Вся нефть МГДУ приходила к нам в нефтепарк, центральный товарный парк. Мы ее подготавливали и до кондиции доводили и сдавали уже трубопроводчикам. В трубу закачивали эту нефть. 30 лишним лет. Какая? А жена в лаборатории работала. Эту нефть определяла, какого качества она. Мы благодарны тем людям, которые эту баржу отправили. Эту нефть первую, можно сказать, что добывали ветераны Великой Отечественной войны, которые немцы победили. Они победили эту Западную Сибирь, эти морозы, все они победили. Мы просто продолжили. Сейчас семейную династию Бородиных продолжают дети и внуки, а их общий трудовой стаж – рекордные 200 лет. Их коллега Александр Клементьев в Мегионе с 69-го года участвовал в запуске таких месторождений, как Новопокурское, Покамасовское, Чистинное и Ачимовское. В Мегион нефтегазе отработал более 30 лет слесарем-ремонтником скважин. Конечно, благодарен, хорошо, аж до слез, аж приятно просто. Но что хоть не забывают. Мегионское месторождение открыли 21 марта 1961 года. Это знаменательный день для всех югорчан. Нефтеносный пласт обнаружил геолог-нефтяник Фарман Салманов и его команда добровольцев из 150 человек. Высшее руководство было настроено скептично и не верило в успех экспедиции. Но Салманов добился своего. Салманов, конечно же, не удержался, начал отвечать всем своим оппонентам. Самая дерзкая телеграмма отправилась прямо в Кремль Никите Хрущеву. Там было всего два предложения. «Я нашел нефть. Точка, вот так. Точка». Конечно, об этой телеграмме говорили все, но победители не судят. И Салманов был рад, что наконец-то ему удалось доказать свою правоту в этом. В середине 60-х началась полномасштабная разработка и развитие западносибирского нефтегазового комплекса. Одно из старейших промышленных предприятий Югры, стоявшее у истоков «Славнефть Мегионнефтегаз». Оно было учреждено 1 августа 64-го. В этом году предприятие отмечает свое 60-летие.
Мегионцами открыты крупнейшие нефтегазовые месторождения Югры, в том числе и знаменитый Самотлор. Предприятие работает на территории Нижневартовского, Сургутского и Нефтеюганского районов Ханты-Мансийского автономного округа. Сегодня Мегион нефтегаз на новом витке своего развития. В работе используют в основном российское оборудование и цифровые продукты. Яркий пример – западно-узьбалыкское месторождение. Здесь применяют программное обеспечение для буровой, разработанное «Газпром нефтью» в партнерстве с «Уралмашнефтегазовое оборудование» холдингом. Буровая установка у нас отечественного производства за моей спиной оборудована высокоэффективным буровым инструментом. Также стоит отметить, что все компоненты, задействованные для строительства скважины, у нас российского производства. Результаты от внедрения цифрового помощника не заставили себя ждать. Несколько дней назад мегионцы построили скважину с рекордными для предприятия параметрами. Ее общая протяженность – более 5000 метров, а отход от вертикали превышает 4 километра. Больший отход нам от вертикали позволяет сократить количество скважин на месторождении, сократить строительство кустовых площадок, оптимизировать с точки зрения инфраструктурных объектов. Но и также за счет сокращения количества скважин мы улучшаем экологическое присутствие в своем регионе. В кабине у бурильщика Андрея, как в космическом корабле. Автоматический пульт, сенсорные экраны, джойстик – это, можно сказать, сердце огромной буровой установки. Отсюда происходит управление. Я занимаюсь конкретно именно бурением, управлением буровой установки, запуском насосов, запуском верхнего силового привода. Контролирую давление, вес. Процесс бурения идет безостановочно. В работах одновременно задействовано около 40 человек. Инновационный подход дает возможность подбирать оптимальный режим и не сбавлять темпов даже в сложных условиях. Сейчас комфортно все намного. Сенсорные экраны везде, джойстики. Управление стало гораздо проще, и условия труда облегчились намного. А это нефть западно-узьбалыкского месторождения. Она добыта из низкопроницаемой горной породы, похожей по структуре на силикатный кирпич, в порах которого содержится черное золото. У меня в руках именно та нефть, которую мы с вами добываем на этой кустовой площадке. Нефть, как вы видите, хорошего качества, отсутствует вода, мехпримеси. Сама по себе она легкая. Транспортируется нефть у нас с вами на ДНС, дожимную насосную станцию, которая находится от кустовой площадки порядка 6 километров. Транспортируется путем трубопроводов. Это уже новый современный двухэтажный жилой комплекс на западно-узьбалыкском месторождении. Построили его всего за один месяц. Вахта у нефтяников длится 30 дней. А здесь сделано все, чтобы сотрудники ощущали себя как дома. В уютных и теплых комнатах все для комфортного проживания. Кровати, столы, стулья, есть телевизор и кондиционер. У нас в жилищном комплексе он оборудован сушильным помещением, необходимым для сушки спецодежды. Также у нас есть прачечная для того, чтобы работники, находясь на вахте, могли непосредственно стирать и гладить свои личные вещи. Здесь же оборудованный современными тренажерами спортивный зал. Поддерживать физическую форму можно, находясь даже на вахте. Очень качественный, хороший. А тренажеры все современные, все работают. Одно удовольствие заниматься. Но и это еще не все. На территории жилого городка работает здравпункт, который по оснащенности не уступает городским клиникам. Здесь в плане здоровья можно проверить уровень сахара, проверить уровень холестерина, снять электрокардиограмму. В случае появления каких-то симптомов, там, простудных заболеваний, боли, недомогания, то есть получить лекарственные препараты, инъекционные препараты, внутривенно-капельные препараты для облегчения этого состояния. Сегодня компания реализует масштабную программу улучшения социально-бытовых условий. До конца года такие современные жилые комплексы появятся еще на 5 месторождениях. Также в планах нефтяников строительство столовых, спортивных залов и площадок. Центр интегрированного управления производством, можно сказать, мозговой центр предприятия. Здесь сотрудники буквально управляют настоящим и даже будущим, используя современные технологии.
Именно отсюда специалисты, геологи, разработчики и экономисты удаленно в режиме реального времени курируют работу на всех месторождениях «Славнефть», «Мегион», «Нефтегаза». В карточке проекта мы видим всю жизнь этого проекта от его этапа создания до текущего его статуса. Более того, мы также видим и будущее этого проекта, поскольку именно мы это будущее формируем и мы им управляем. Фактически в сотни километрах от скважин специалисты могут задать и скорректировать траекторию движения буровой установки. Все данные представлены в одном месте. Это позволяет повысить уровень принятия управленческих решений. Мы можем за достаточно короткий промежуток времени перебрать много вариантов и пересчитать много сценариев и выбрать максимально эффективный и максимально уверенно надежный. В центре внимания геологов сейчас западно-усть-балыкское месторождение и его новая перспективная скважина. Еще на стадии планирования специалисты просчитали более 1000 вариантов геологических моделей и выбрали один единственный, оптимальный. А по прогнозам, этот район Западной Сибири таит в себе еще много приятных сюрпризов. Один из приоритетов предприятия – поддержка здорового образа жизни и вовлечение сотрудников в спорт. Для этого в Мегионе создали все условия. Нефтяники и их семьи бесплатно посещают тренировки в физкультурно-оздоровительном центре «Жемчужина». Оборудование максимально самое хорошее для того, чтобы наши сотрудники могли максимально, как говорится, быть в комфортных условиях, для того, чтобы они могли максимально показать свои результаты. И, соответственно, то есть, ну, все для того, чтобы наши сотрудники все радовались и занимались спортом, были здоровыми. Особой популярностью у сотрудников «Мегион Нефтегаза» пользуется программа «Фитнес-обед». Что может быть лучше? Спорт во время обеденного перерыва. За 2 часа можно успеть сходить в тренажерный зал, на фитнес-тренировку или в бассейн. И пообедать, конечно. У нас есть категория сотрудников, которые используют возможность фитнес-обед прийти к нам, а также приходят еще и после работы. Но кроме того, это же каждый человек, находясь, да, у нас в этой атмосфере приятной, чувствует себя частью большой компании, да, большой семьи «Славнефть», «Мегион», «Нефтегаз». Это объединяет наших сотрудников. Современный фитнес-центр «Жемчужина» – это практически санаторий дневного пребывания. В распоряжении сотрудников настоящий спа-комплекс с гидромассажными ваннами, саунами. Есть даже соляная пещера. 3, 2, 1, старт! А это уже молодежные игры. 2-й год подряд они объединяют молодых специалистов добывающих предприятий «Газпромнефти». На этот раз испытать свой командный дух в «Мегион» приехало более 100 участников, представляющих 9 команд. Вот эти вот все соревнования, состязания, они у нас образуют такой командный дух, сплочение не только в спорте, но и в коллективе в целом. Сложную полосу препятствий преодолели все. Пробежать несколько километров по жаре, проползти по узкой песчаной траншее или взобраться на сыпучую гору. Для них нет ничего невозможного. Интересные этапы прохождения, так что и команда супер, и организация супер. Тяжело было? Нелегко. Неподготовленному тяжеловато будет. Одна из важнейших задач на предприятии – формирование кадрового резерва. «Мегион Нефтегаз» ведет профориентационную работу со школьниками, привлекает молодых специалистов со всей страны, реализует программы по развитию кадрового потенциала. В «Мегион Нефтегазе», как и в компании «Газпромнефть», достаточно много программ, которые направлены на развитие молодежи, на развитие кадрового потенциала. Эти программы направлены как на привлечение новых молодых работников в наш состав, так и на развитие уже существующей команды. Это программы наставничества, это программы обучения различные, это программа кураторства. Значит, все эти программы позволяют нам получать новых сотрудников и иметь достаточно качественную и крепкую команду. Благополучие сотрудников и членов их семей – незыблемый приоритет «Мегион Нефтегаза». Ежегодно предприятиям выделяются десятки миллионов рублей на реализацию социальных программ, а также предоставление широкого спектра льгот сотрудникам. В их числе организация бесплатного горячего питания в местах производства работ, оздоровление работников и членов их семей в лучших санаториях, оплата проезда в отпуск и обратно, расширенная программа добровольного медицинского страхования, помощь ветеранам производства и другие. Можно говорить
пробуренных километрах горной породы, можно говорить о миллионах тонн добытой нефти. Но на самом деле основная ценность и основная гордость компании – это те традиции, которые сложились за эти годы. И это те подходы к формированию команды. Сегодня это тот фундамент, который позволяет «Мегионнефтегазу» активно развиваться, двигаться вперед и быть уверенным в еще более славном будущем. Евгения Булатова, Сергей Павлов, Эльдар Куланбаев, Алексей Зайцев, Ямал-1, Мегион, Югра.